том же ряду в нижнем, треугольничек, нажимай на треугольничек. Вот там вверху смотри, тебе нужно один раз распечатать квадраты покупателя, а второй раз распечатать бланк заявления на возврат. Сделай так, а потом третий человек еще должен сделать. Теперь ок нажимаешь, чтобы он у тебя открылся. Сумму прочитай, что у тебя там распечаталось. Что? Что там? А, смотри, Стас, в заявлении там должно отобразиться со скидкой. А в возврате там должна быть без скидки. Да. Потому что этот план, чем клиент будет расписывать только планки заявления на возврат, а возврат покупателя это наши. Далее. Подожди, сейчас еще. Да, ты вот да, я расписал планки заявления на возврат. Там фамилия, инициалы и подпись. Так, и теперь это ок нажал. Нажал. Да, дальше. У тебя все закрылось, да? Так, теперь еще раз. Документы. И касса.